Я правильно понял, дважды до конца года поменялись люди, которые принимают решения в Central Partnership. И те, кто был вначале в восторге от идеи фильма «Рерих ТВ», уже потом эти люди, которые сменились, такие, зачем это нам нужно, дорого, Америка, нет. И мы к концу года понимаем, что фильма не будет. Мы конкретно уронили планку, мне кажется, нашего духа авантюризма и остроты с этим гребаным шоу «Модный девайс», да, что оно было окей, но это был не Реутов ТВ, это было окей. Оно делалось ради интеграции? Да, да. Мы как могли это делали, но мы все-таки жили в фильме. Было тяжело на двух стульях посидеть, прям вот невозможно. И к концу года мы еще узнаем, что «Дважды два» был продан и больше не в составе холдинга, и теперь в составе «Газпром-медиа». И нам прямым текстом говорят: чуваки, у нас даже бюджета нет, мы никто не можем вам заказать вообще.